Нажал на экран во время работы вашего приложения, он должен осознавать, что это нажатие отработано, обработано вашим приложением. То есть либо нужно вибрации, либо звуком, либо каким-то цветом, либо изменить состояние элемента интерфейса, уведомить пользователя, что ваше приложение не зависло, что оно реагирует на нажатие, что все хорошо. Это надо иметь в виду, что так делать нужно, уведомлять пользователя о том, что он нажал. Но это же руководство на английском, по которому построена презентация, есть на сайте developer.org, есть его частичный перевод от сообщества на русский язык. И важный момент следующий. В примерах приложений, которые у вас есть в Tizen SDK, есть приложения, которые показывают различные варианты построения интерфейса. В случае веб-приложения приложение называется Tizen Windset, и я оттуда брал некоторые примеры для этой презентации. В случае нативных приложений это называется UI Controls, там тоже примеры о том, как строить интерфейс. Ну и на этом все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы по интерфейсу, я на них отвечу сейчас. Если нет, то можем уже к общему обсуждению переходить. Ура! И тогда все. Лица кафедры, ты хочу поблагодарить Кирилла и коллег наших из Самсунга за ценную и довольную информацию, что нам выдали. Вот. Я считаю, что это не то, что не зря, но что это, по крайней мере, положит на каком-то движении по отработке барщины на нашей кафедре, потому что это заведение. Мы как-никак. Это помещение мы занимаем не просто так. Ну это так, в качестве послесловия.